Добрый день! И вы снова на канале Сточка. И мы предлагаем вам такой шикарный микс Masai Ladies Autumn. Страна Дания, в лоте 24 единицы. Цена за единицу 12,51 евро. И я хочу знакомство начать вот с такой шикарной блузки. Смотрите, какого так она выглядит. Рукавчик у нее, такие резиночки, плотные, хорошо. То есть будет как фонарик собираться. Полукруглый вырез, размер блузки М. И большая часть в этом миксе ткани – это картон и вискоза. Вот в частности по блузке это 100% вискоза. И вот такие интересные брючки сзади, резиночка. Они 3/4 свободного кроя, 2 кармашка. Защитчики. То есть смотрите, как шикарно смотрится, сочетается даже с этой блузкой, как вариант. Размер брючек у нас тоже М. Размеры, смотрите, прям вот тут и были. Также шикарные плотная ткань брючки. Состав у них тоже идет. 63 вискозы в составе. Они темного цвета, внизу зауженные. Размер S. Смотрите, опять эта блузка очень красиво смотрится. Также дополнить можем в этот микс еще и бижутерия. Вот такая вот светлая бижутерия, это боссы. И вот еще есть браслет. Шикарное пальто, в составе 52% шерсть. Прямого кроя оно, размер M. Два кармашка на полочках. Красиво смотрится, такая необычная расцветка. Также в лоте присутствует два палантина. Смотрите, какие шикарные расцветки палантинов. То есть такой вот стиль спокойный, осенний. И в то же время очень со вкусом подобраны расцветки. В лоте много платьев. Тоже вискоз. Смотрите, такое яркое рубашечного кроя платье. Пуговки до груди. Это рукавчиком. Размер стоит М тоже. Дополнить также образ можно кардиганом черного цвета, размер L. Состав, опять хочу оговориться, это у нас будет 82 вискозы, 15 полиамид. То есть везде присутствует хороший состав ткани. Такой черный цвет, качество прям достойное. Блузка ярко-розового цвета, пышный рукав. Спинка тоже такая, вот видите, красиво сделана, размер М. Майка-туника, я бы назвала ее, такая трикотажненькая, размер М. Тонковка, тоже ткань вискозы чувствуется присутствие, даже посмотрю. И в других лотах состав ткани соответствует, 95 вискозы. Это красивый, яркий цвет, рукав 3/4, полукруглый вырез. Можно использовать как подъевку. Платье тоже размер М. Это спинка. Короткий рукав. V-образный необычный вырез. Такая вот топ, подделочка, я бы сказала, размер М, тоже вискоза. Кардиган, такая вот ткань типа жабки, такая вот немнущаяся ткань, тоже короткий рукав, свободный у нее такой крой, без застежки, как бонсайс размер. Такое плотное платье, тоже вискоза, рубашечный воротник, тоже рубашечный рукавчик на манжете, размер платья М. Джокеры такие вот, такого розового дымчатого цвета, размер М, 97 тоже катон, со стрейчем. Блузка, смотрите, какая интересная блузка, то есть ее, как бы она может два в одном носиться, и воротник просто маленькая стоечка, и воротник как бы добавляется типа жабо на резинке манжет. Очень красиво смотрится, тоже размер М. Кардиган, я бы сначала думала кардиган, но это туника. Кардиган, туника, видите, на одной пуговке. Смотрите, как красиво оформлено воланом, цвет такой горчично-болотным таким оттенком. Цвет красиво смотрится, Масай. Фирма, еще раз повторяюсь, я представляю лот, размер М. Платье на супатной застежке, размер S.
пиджак болеро, укороченный, из микровельвета, размер М. Блузка, тоже котон, размер XS. Ну, смотрите, какого широкого кроя, даже тут присутствует стиль боха. И вот такая вот юбка. Состав тоже входит. 50 полиэстер и 50 шерсть. Вот такая вот юбочка раскрешенная. Здесь резинка, плюс дополнительно молния для удобства одевания и два вот таких кармашка. Размер юбочки тоже M. В лоте, повторюсь, 24 единицы. Называется лот Masai Ladies Autumn. Лот номер 4. Цена единица 12,51 евро. Спасибо за внимание.